Всем привет! После того, как Иосиф Абрамов сделал отличную показательную серию на технику из 26 шаров на канале у Антона Игонина, я предложил Йосе новый челлендж – сделать 26 шаров с кия из упражнения, которому я научился у Сергея Баурова. Делая это задание, вы погрузитесь в мир выходов. Забой шара отойдет на второй план. А самой главной задачей станет контроль битка. Приятного просмотра! Суть упражнения заключается в том, чтобы забив шар, делать выход в следующую узу. Необходимо забить по 3 пары шаров в каждую угловую и по 2 пары в каждую центральную узу. При этом забивать подряд в одну узу 2 шара нельзя. Упражнение началось с угловой узы. Забив по 3 шара в угловые узы, необходимо перейти в центральные узы, потом в 2 угловые ближние, потом опять на центральные и потом на 2 дальние в конце. Таким образом, необходимо забить минимум 26 шаров подряд. Напишите в комментариях, как вам это упражнение, сколько шаров у вас получилось сделать в нем. В любом случае, если вы будете стараться тренировать это упражнение, у вас сразу повысится уровень выхода.
быть.